Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой достаточно необычный журнал «Ровесник». Это Кристина Агилера на обложке. Кристина Агилера в «Стране чудес», как гласит заголовок. И необычность, мне кажется, этого журнала была в том, что он как-то, мне кажется, никогда не восхвалял ни Бритни, ни Кристину. И ну, он типа такой, я не знаю, он наверное, хотел, ну, этот журнал, как бы, редактор или создатель этого журнала хотели что-то быть похожим, наверное, на Rolling Stone, типа того, но как-то вот не сложилось, поэтому он всегда каким-то альтернативным для меня считался, то есть это не типа там какие-нибудь все звезды кул и так далее. Ну, давайте, собственно, начнем обзор. Обязательно скину ссылку на тот обзор, когда я получила этот журнал, потому что он достаточно старый. Это номер 6 2000 года, и я его у кого-то с рук купила, вот, и тогда же сняла обзор. Посмотрите обязательно, я там наверняка что-то говорю другое, потому что я уже подзабываю со временем. А, значит, здесь такая необычная обложка, очень классная, как по мне. И пока я не показала статью, покажу еще вот такую штуку. Это реклама всех звезд. У меня есть отрывочно, вот, по-моему, из этого журнала. Там ну, у меня есть папка со статьями и так далее. Вот эта вот обложечка. Очень, кстати, редкая, потому что ну, тогда я еще все звезды не брала. Для меня она редкая. И давайте статью. Статья маленькая. Тут у нас человек с обложки. И вот такая вот у нас небольшая статья. Ну, тут, как всегда, четыре мушкетера, что мы знаем. Ничего нового мы здесь не найдем. Вот, но для меня больше там ничего нет. Для меня вот этот вот журнал, мне вот нравится эта обложка. Для меня она кажется какой-то, знаете, типа какой-то культовой. То есть, типа, как обложка Rolling Stone, допустим, там с Бритни, когда вот у нее первая была. Мне нравится, короче, вот эта обложка. Я, честно говоря, даже не знала, я ее случайно нашла в интернете, но для меня она прямо супер-пупер. Пишите свое мнение, что вы думаете по поводу данного журнала. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.